Добрый день. Добрый день. Два с небольшим месяца нас не было здесь. Повечет месяц не нямаше тук. Да, и мы приехали и увидели перемены. Два месяца и половина, и соприбрахме, видяхме промени. Я жену не спрашивал, но вот, думаю, сказать или нет, но думаю, надо сказать. И сочурих дали да кажа или нет. Правда же, перемены это же хорошо. Промените са добро нещо, нали? Най-вече добрите промени. Но на церкви надпись. Най-напред, върху църквата има надпис. Да, крест. Има кръст. Христов. Во-вторых, новые ворота. Има нови врати. Входи. Влизайте. Но самое главное не это, конечно. Обаче най-важното не вчера е това, разбира си. Вчера мы слушали проповедь. Вчера слушахме проповед. Проповедь о прославлении. За прославлението. Такую помазанную проповедь. И там проповедник сказал, что тот, кто поклоняется Богу, как следует. И там проповедник каза, че този, който се покланя на Господ както трябва, той не може да не забремени. Не может не забеременеть. Успехом, победой, процветанием, движением, успехов, силой, победата, смелой. Силата, а если надо, то и смелост. И ако трябва и с дете също да забременее. Тот, кто поклоняется, получает Този, все. Този, който се покланя, получава всичко. Те, кто приходят в церковь, приходят для того, чтобы поклониться. Този, който идва на църква, идва за да се покланя. Проповедта е вторичното нещо. И какво мога да кажа? После этой проповеди я... Я и раньше это знал. След тази проповед, но, преди го знаех също. Может быть, вот сейчас кто-то служит и до конца не доходит. Обаче потому сега что някой може да слуша время, и да не разбира напълно, чтобы это осознать, защото не трябва време, за да го разберем напълно. Вот во мне пришло такое время, видно, что в мен дойде такого време, че пределу, конечно, напълно нет. Започнах да разбирам. И я пришел сюда. И дойдох тук. И слушаю на службата, поклонение. И слушам поклонението. И думаю, что-то произошло. И мисля, нещо се е случило. Я вам должен сказать, дорогие музыканты. И трябва да ви кажа, скъпи музиканти. За два месяца. За два месяца и нещо. Может быть, вам не заметно, но произошли какие-то серьезные перемены. Может быть, вы не забелязвате, обаче се случили сериозни промени. Вы сте се променили. Вы стали другие, Аня, Андрей. Вы стали другие. Вот вы кто поет, играет, различни. Кто-нибудь замечает, что они стали другие? Някой забелязвали, че са по-различни. Че прославлението е различно, то е мощно, то е истинско. Они не песни, те не пеят просто песни, те прославят Господ. Раньше пели песни. Преди са пели песни. Песня, еще одна, наконец, конец и все. Край и това е. А сейчас они прославляют, и выходить оттуда не ходят. И не искаме да излизаме оттам, нали? И я стоял, и это прославление воздействовало меня таким образом. Знаете, что я услышал? Я услышал. Аз чух. Для себя. За себе си. Я услышал, достал телефон и записал. Извадих телефона и си записах. Будь смелым. Буди смел. Будь отчаянным. Буди отчаян. Никого не бойся. Не се бой от нищо. Ты поклоняешься Богу. Ты си поклоняешь на Господа. Вот это поклонение. Това поклонение не прави отчаянно смели. Можно после этого идти. Можно след това да вървим и да говорим на хората. И не бояться. И да не се страхуваме. Аминь. Аминь. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Желающие забеременеть. Не, мы сначала замуж выдаем, потом в прославление. Спасибо большое. Благодарим. Я тоже, кстати, получила во время прославления. Во время прославления ты получила. Время прославления очень хорошее поклонение. Время, это время получать откровение от Бога. Много хубаво время, за да получаем откровение от Господа. Я даже скажу, даже в бизнесу Бог дает определенное откровение, как двигаться. В бизнесе Господь мне дал определение направления, как это тоже наша жизнь. Ну что, проповедь? И сега проповедь.